конфликте между торгово-развлекательным комплексом «Сити-центр» и военным аэродромом стороны близки к мировой. Представители комплекса начали демонтаж ранее установленного временного ограждения и говорят, что диалог с военными проходит в конструктивном ключе. Мы достигли определенных с ними договоренностей, и как с нашей стороны акт доброй воли, сегодня мы начнем демонтаж секции этого временного ограждения до тех пор, пока руководство воинской части и не согласует, так сказать, в том порядке, в котором мы можем это мирно решить, установку, собственно, этого ограждения. Тогда мы продолжим строительные работы планомерно, как мы и планировали. Застройщик надеется, что полный демонтаж ограждения значительно снизит напряжение возникшей ситуации и поможет решить вопрос мирно. А от военных ожидают скорейшего оформления документов на землю и четкого обозначения границ охраняемой зоны с соответствующими маркировками.